Дорогие друзья, встречайте участников парада. Будет небесам жарко, сложат о героях песни. Будьте, надо жить ярко, надо побеждать честно. Сами рви вокруг люди, эти экраны те. Верьте, что рекорд будет, знайте, вы близки к цели. Любители ходового плавания. Сейчас в клубе 127 человек. Самых красивых, здоровых, веселых и добрых людей. Докладывает один также из основателей клуба Александр Морозов. Построено. Командующий Комаров Александр. Извините, Комаров Александр. Больно. Слово для приветствия предоставляется представителю Министерства спорта Ульяновской области Астафьеву Сергею Александровичу. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые любители холодового плавания. Разрешите мне поприветствовать вас от имени правительства Ульяновской области, Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области и поздравить вас с открытием сезона холодового плавания. Ура! Ура! Все это делается в целях укрепления здоровья, профилактики заболеваний, простудных заболеваний, профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата. В целях пропаганды физической культуры и спорта Ульяновской области, здоровый образ жизни. И поэтому вы заслужите большой благодарности и уважения. Желаю всем здоровья, успехов и дальнейшего развития нашего центра холодового плавания под руководством Вальцева Владимира Владимировича. Ура! Поэтому сезон 2013-2014 года объявляется открытым. Звучит государственный гимн Российской Федерации. Участники кругом равнение на флаг. Направо. Слово для приветствия предоставляется президенту Ассоциации холодового плавания, мастеру спорта Вальцеву Владимиру Владимировичу. Уважаемые коллеги, 12 стран переплывали в начале августа Берингов пролив. В этом уникальное супер мероприятие было. Значит, в этом году, в предстоящем сезоне, нас ожидают очень тоже такие серьезные мероприятия. Это опять же Тюмень, значит, чемпионат мира в январе в Финляндии, к которому сейчас наши члены активно готовятся. Значит, летом мы будем принимать участие в уникальном проекте, который по реке Сура, значит, это июль месяц, 12 июля по 15-е, заплыв по реке Сура культурно-исторический. Ну и мы надеемся, что наши представители будут участвовать в международном заплыве пролив Латеруза, который тоже планируется на следующий год. Поэтому я вас поздравляю. Всем вам успеха, здоровья в предстоящем сезоне. Спасибо. Уважаемые друзья, МЧС России по Ульяновской области попросили меня вручить вот эту вот почетную грамоту. Награждается Ассоциация холодового плавания Ульяновской области за подготовку и активное участие в соревнованиях по водно-моторному спорту на Кубок Главного управления МЧС России по Ульяновской области. Почетную грамоту вручаю Вальцеву Владимиру Владимировичу. Ну а сейчас подарок от моржей. Звучит гимн!
моржей Ульяновской области. Если бы не ты, не ты, не ты, не узнали про себя, себя, что умеем в ледяной воде плавать и купаться. Если бы не мы, не мы, не мы, доказали, что зимы, зимы, холода любые, как сейчас, не стоит так бояться. Это моржи, кто без денег делает себя богатым. Это моржи, про которых Паша написал когда-то. Это моржи, кто без денег делает себя богатым. Это моржи, про которых Паша написал когда-то. Если бы не он, не он, не он, не пробыл зимний марафон, на кого бы всем тогда сейчас было бы равняться? Если б не девчонки наши, наши, что плавали в Тюмени и Чуваши, Чукотки, Аляски, Анапе, Даналии, Перми и Красноярске, кто привез бы с дальней, дали, дали грамоты, призы и все медали. Это моржи, кто без денег делает себя богатым. Это моржи, про которых Паша написал когда-то. Это моржи, кто без денег делает себя богатым. Это моржи, про которых Паша написал когда-то. Последнее и последнее, самое приятное, награждение. Я бы хотел сейчас наградить одних из самых активных. У нас прошел юбилей университета, и мы принимали участие. Поэтому я приглашаю Зелена Павла сюда. Соколов Юля. Семенову Лену. Ура! Беленков пролив пошел. Комаров Александр. Комаров Александр, который, вот знаете, своими руками вот строит у нас здесь, и таких много наших моржей. Волков Юра. Юрий Волков. Ну, дорогие друзья, на этом наша официальная часть объявляется закрытой. Я попрошу всех вас немножечко кругом ржать, кругом, поближе подойти к берегу Свияги. Русалочка, конечно же, Нептун не может без своей русалочки прекрасной. Ура! Всем привет, доброго здоровья! Обливайтесь, купайтесь, подсоединяйтесь! Встречаем русалочку! Внимание, это говорит здоровье. Нептун! Всех уважаем, любим! Доброго здоровья всем желаем! Приходите к нам купаться, обливаться, закаляться, делайте добро! Помогайте больным, бедным, нищим, любите природу, животных. Пожалуйста, красавица наша, русалка Венера. Опа! Так, ну, посмотрим, как у нас русалочка. Ну-ка, посмотрим, как она у нас приветствует наших всех гостей, которые пришли посмотреть на открытие нашего нового сезона. Ура!
А штрос бросай тип туда, и вас, мой дорогий! Вот у нас какие красавицы! Подождите, красавицы, пока что мы смотрим, дорогой Нептун, на вашу красавицу, на вашу русалочку. Молодцы! Пожалуйста. Нептун, какую вы сегодня нам водичку приготовили? Теплую или какую? Водичка сегодня святая. Температура плюс 32 градуса. Как плюс 32? Минус 30. А, вот это другое дело. Чтоб Нептун сегодня с утра непонятно что говорит. Кто искупается, получает медаль посвящения морфи. И будет у нас с такими красавицами, как я, не болеть, не стареть, а вылаживаться с каждым днем. Так, вот какие наши русалочки! Наши моржинки, наши красавицы, которые сейчас... Дорогие друзья и жители нашего городка, вы видите, как оказывается тепло тем, кто занимается холодовым плаванием. Как на конкурсе красоты! Ну давай, подогрейте! Так, ну что, дорогой Нептун, поговорим. Пойдемте. Смотрим внимательно, ой, даем установку. Повнимательнее, мои дорогие. Этого же вы нигде не увидите. Ой, все, братья, подходите. Не помогите, что они медаль, вручаем медаль. Стоп, стоп, стоп. Девушка, вот сейчас медаль вам. Обратите внимание. Вот пошел, пошел народ. Обливаем воду. Обливаем его, обливаем, прямо обливаем. Ну я не вижу, чтобы аплодировали. Тушь, тушь, нам давай, тушь. За своим сыном. Второй идет Ольга Соколова, мастер спорта, чемпионка страны. Подсадите. Как у любви. Все. Хватит далеко не плавать. Ну, да. Молодцы, вот как ты послала. Молодец, молодец. Такой долго не застоится, момент женит. Красавец, красавец. Не дам трусы до колена. Это вам не шутки. Папа Жора, дружить, разговаривать, любить ее. Мы все с вами из воды по часу состоим. И поэтому только потихоньку, по чуть-чуть для начала. Здесь форсирователь тоже не нужны. Окунулся, температура тела повышается, адреналин, защитные функции, но нельзя приглашаться. Владимир Иванович, заместитель, руководитель, чемпион. Кстати, самый
заслуженный, самый заслуженный строитель, благодаря которому, посмотрите, какие красавицы апартаменты, многие своими руками считаются здоровьем. Гулять так гулять, проживать так проживать, работать так работать.
будешь голосовать за Единую Россию? За Сергея Ивановича Морозова? За Дёнова Спасова? Никакого вот целлюлита, морщинки, все разглаживается, все восстанавливается, а мужчин все стоит. Благодаря холодной воде. Молодец! Вы посмотрите, мои дорогие, какие хорошие, как тут морозы замерзли, как тут не буду плохо вывести. Кстати, оно мне тоже закаляет, но ныряет только в ванну. Вот они наши, заслуженные. Владимир Иванович на подходе. Заслуженный строитель. Чемпион. Работает день и ночь. Терем золотой нам построил, посмотрите. Терем-теремок. Вот она, Ольга Соколова. Соколовы всегда были чемпионами.